Едем на ферму, да, Саш, трудиться? Нет. Сегодня, наверное, там закончим уже этот ремонтишку, да? Ну, надо, надо. Последний денечек у нас, а дальше будет неделя сплошного декора. Смотрите, какая красота. Прям вообще. Вот это кайф ехать. На днях вернулись из Казани, и поскольку наступила зима, мы опять, друзья, в нашем кабачке. Если вы видели наши прошлогодние видео, вы сейчас тут уже ничего не узнаете, потому что кто следит за нашим творчеством, за нашими игрищами, я бы сказал, он знает, что мы 2 недели назад, в крайнем видео, которое вышло на канале, мы рассказывали, что не смотрите на все эти страсти, через 2 недели все будет готово. Ну, как говорится, пацан сказал, пацан сделал, хотя, скажу вам по секрету, я здесь вообще ни при чем. Более того, могу даже пожаловаться, что Ира меня сюда практически не пускала. Это целиком и полностью ее проект. На следующей неделе у нас открытие. Мы все снимем, покажем, как у нас тут будет круто. Пока как бы вот такой промежуточный вариант. Я думаю, что уже кое-что, наверное, может быть понятно, хотя вполне вероятно понятно это только нам. Надо прицеп, сейчас Саша подъедет, прицеп прицепить к кафе, его надо притащить будет. Сейчас Саша приедет. А то давай, у меня малой заказ здесь. Окей. Где большой этот проект? Мы не можем сейчас затянуть его, нам не надо это затягивать, потому что внутри был баннер висеть, а то, что мы переехали со Светой. Поэтому нам придется помучиться один денечек еще. Да, Саш? Эх, огонь! Просто огонь! И вы знаете, друзья, вот чего мне вообще по жизни никогда не было понятно. Вот если мы возьмем любого ребенка, например, да, то ребенок очень любит играть в игрушки. Придите в гости к любому ребенку, он первым делом вас потащит к себе в комнату, потащит в свой любимый угол, где будет играть, где будет показывать любимые игрушки, рассказывать про них, да? Вырастая, человек про игрушки, про свои забывает. Вырастая, человек часто остается вообще без игрушек, потому что на него давит жизнь, еще что-то. Друзья, я могу сообщить, что мы все время во что-нибудь играем. Именно поэтому у нас в этом названии этого видео присутствует слово «игрушки», да? Но! Вот сейчас только не смейтесь, но какие у вас ассоциации со словом «игрушки для взрослых»? Игрище. Вот у нас, например, я скажу, летом мы, например, ездим в Астрахань, да? У нас есть лялечка, наша лодочка, мы на ней катаемся, гоняем туда-сюда. И пришло, так сказать, время лялечку не то что даже заменить, а дополнить, наверное, пока, да? И, короче, мы заказали себе новую игрушку, мы поехали в Казань, остановились. Дальше мы поехали в неведомый нам до этого город Кукмар. Он нас поразил обилием производств, кипучей жизнью просто. Вот смотрите, какая у нас теперь новая штука, которая еще не имеет названия. Мы ее притащили, друзья, но что такое Казань? Что такое Казань? Казань, конечно, у очень многих ассоциируется со словом «эчпочмак». Так не бывает, чтобы в любом магазине в Татарстане не было эчпочмаков. Спасибо, очень вкусно. Есть пирожок, есть игрушка новая. Смотри какая, автопоезд. И что мы сделали? Конечно, мы первым делом пошли в Кремль. Мы были в составе я, Ира и наш сын Александр. Александр у нас уже известный су-шеф по Москве. Он получает опыт во многих московских ресторанах. В том числе трудится и у нас в качестве бренд-шефа, как многим вам известно. И что мы сделали? Мы пошли в ресторан, который был лучший по отзывам. Мы съели там по пирожку, по очень вкусному пирожку. Мы выпили по татарской традиции пирожок, с пирожком мы выпили, съели, не знаю, как правильно сказать, с пирожком мы съели бульончик. Бульончик очень вкусный, выпили, наверное, да? Томленый в печи в течение там 8 или 12 часов. Я не удержусь, я откушу.
Ну, как водится, выпили по рюмке водки, конечно. Заплатили за это все, за троих, около 5000 рублей. Идем такие. Идем обратно в апартаменты, которые мы там снимали. И друг другу говорим: ну а что, хорошо же, вкусно же поели. Вкусно. Санек такой: ну да, повар понимает, что он делает. Я говорю: япона мать, Санек, если бы он за пятерку еще не понимал, что он делает, блин. Короче, друзья, мы играем в наше кафе, как и в лодке, как в машинке, во что хотите, мы все время играем. И, конечно, Казань нас вдохновила. Что вы думаете, мы сделали? Мы выпекли ичпочмаки, сварили, блин, бульон, и он ни в какое сравнение не идет. С тем, что мы поели в самом дорогом ресторане Казани. Бездрожжевое тесто, индейка нами выращенная, из нее же бульон. Это бомба. Да, извините, я вот буду... Сейчас. Я очень просто есть хочу, я сама. Да, извините, я вот буду есть сейчас вам. Почему? Какая цель этого видео? Мы все это делаем, первое, с любовью, второе, со знанием, третье, в пятницу у нас открытие, село Ольгово, Дмитровский район, Московская область. Ждем всех, будут не только эчпочмак, кстати, им мы будем угощать, между прочим. Да, мы будем, да, и бульончиком тоже. И пирожочек. Приезжайте. Короче, ждите следующего видео, в котором мы уже покажем, как все это выглядит. Мы снимем наших гостей, снимем, надеюсь, их довольные лица. Кому, кстати, интересно про лодочку, мы собираемся сделать видео. Ну, я просто, понимаете, это как кусочек деревенской жизни, да? Кусочек деревенской жизни. Сейчас Юля скажет. Я бы сказал две. Здрасте. Заходите. А здесь я буду писать мелками. Простите меня, татари, простите меня, Казань, но мы это тоже умеем делать. Ждем всех в гости. Спасибо за внимание. С вами были, как всегда, ваши, мои перепела. И приятного аппетита. Кира, ты между проводами, платочки. Куда это?